Кстати, это умно. Смотри, у нас горит красный, они все проезжают, разгружают дорогу. На природе. Мы все бухие, капец. Сейчас, подожди. Кто бы говорил? Да, не, мы все трезвые. Уйди, жена. Ты да. Псих нашел, слышишь? Пошел, давай, Маша. Рассказывай нам, как должна женщина забеременеть. Нормально, активный. Они вот так идут. Когда они очень активные, не могут. Короче, Маша намекает, что у тебя не активные. Так, пожалуйста, снимай. Дальше. У моя сестра, у нее яйца вот такие, а у меня нормальные. Блядь, Маш, я тебе столько нового сегодня узнаю. Какой биг дил, раз-раз и на матрас. А чё, он не кипит ещё часто? Машеньки, это пока! Машеньки! Подъём! Все так плохо? О, там же Оксанка спит, ё-моё. Падла вообще, жесть. О, Маша, явление, блядь. Я пришел тебе поорать, как ты мне вчера орала, блядь. Я потом себе закажу тоже. Да, приятного аппетита все. Только трус. Жарко. Такой приказ, надевать шапочку. We're floating. А что надо нажимать? Нет, это устало. Без? Сильно. Саша, аккуратно по тебе, чтобы не проехала.
буду очень хреновато. Съемка запрещена. Сосиски. Да, человек много, плов много. Ты понравишься телезрителям. Вот они. Я их пытаюсь довести до ума. Машенька раздает. Можно сосиску? Реально налетает, разрывает. Автор начал записывать это видео после того, покажи, как он уже съел. Я же должен был понять, о чем идет речь, ё-моё. Я тоже. Тёма, выходим из воды. Сюда долили Джек. Я тебе советую. Диджей Алина. Чтобы вся вот эта вот поляна большая была заказана нами, чтобы нас никто не тревожил. Я не думаю. Чё? О, олень. Не я олень. Съёмка закончена. Вырубай нахуй. Зимой можно ездить в кемпинге? Может, не зимой? Но весной. Холодно было.